А мне нужно каким-то образом выиграть за этот. Что? Я ураган. Сейчас будет гениально. Блин, гениально. Сейчас будем бегать. Рез. Пайл, это 5. Крип, литпут. Так, стороже. Слушай, что много было. Блять, ну ёбаный рот. Вообще в наглую, блять. Вообще по... О, так ты медуза. Блять. Охуенно, самый первый я отлетел. Аган, свапер вообще. Что было? Я не знаю, Джонни кто-то убил. Скорее где всего, в пипе, потому что Фрибок с правой стороны бежал. Так справа еще что-то. Олег! Он мне навстречу бежал, да. Кто-то скрыл труп, что ли, Олега, или что? Нет. Просто он ко мне подбежал, на меня кинул щит, потом я пошел Саймона делать, а все, и нет. Его но теперь. Он... Я предлагаю кикнуть Зната. Я пытался Джонни спасти, но больше 5 секунд прошло, капец, обидно. Скипайте. Что ты постоянно Знаты ты кикать хочешь? Ну хочу так. Challenge, блядь. Да. Ну чё, ты хочешь тебя кикну? Не, вы не забудьте. Вот смотри, Чупи, сейчас сказал. Стив Зната проиграл, а кикнешься ты. Смотри, Чупи, смотри. Готовься. Слушает постоянно, блядь. Смотри. Правый. Сейчас все голосуют Зната, но окажешься на его месте ты и вылетишь ты. Смотри. Смотрите. Заебал, скипы. Фрипок и Чупик сбежали с правой стороны. Вы слышите это? Кто-то из них убит. Один импостер, один ковен. Ну кто-то убил Джонни именно с правой стороны, алло. Окей, хорошо. Олега слева. А, Чупик с Арсанис у нас еще. Опа, заморозил. Все. Нет. Бля. Опа, заметил. Идет на фикса. Чупик превратился. А, знает, это знат. Знат превратился в камень. Опа. Где? Я стою в электрике и прямо рядом со мной Чупик стоит около трупа просто. Ну я не стоял в электрике, я проходил. Чупик пробежал уже позже, там я был в электрике. А он мёртвый? Знат, один камень же. У меня стоял Чупик. Это знат. Фикс и Фрипок, два импостера. Я не импостер, блядь. У нас один импостер. Я тебе могу роль сказать, если хочешь. Ну у нас Фикс был в электрике. Погоди, я тебе объясняю. А почему камень разговаривает? Камень не имеет права разговаривать. Вот, я объясню. Убил, потом вернулся. А, замена была это Аси? Я был в реакторе в нижнем, там были двери закрыты, Иисус, типа, и с другой стороны стоял Фикс, блядь. Чупис. Я из реактора нижнего всё, побежал понял. В электрику, у меня там 4 задания было, и там Знат стоял. Я не знаю, что, как это работает. Экс-дат, это ты стоял. Нахрен ты у трупа стоял? Машин-жестер? Ну и ладно, кикайте Зната. А ты... Блять! То, что я в первом раунде сказал, что я пытался Джонни спасти, вы не слышите. Не-не-не. А мы бы уже проиграли, если было два импостера или как? Не, у нас двух импостеров нет, мне кажется, у нас нейтралка осталась. Стоп, подожди, Литпут, а ты с Аси был... Нет, а все равно не гадаешь, что мы играем. Правильно? Я не был с Аси на скане. А чего вы в меди делали? Я в меди хотел поставить колбочку, но там было занято. То есть, подожди, сейчас кикают Фикса, ну, да. И Литпут убивает, и выигрыш. Да? Эй, почему не я? Не знаю, я тебя вообще не видел, потому что игру. Ну, ГГ. Да. И выигрывает импостер! Потому что сейчас Литпут делает. Килл! Опа! Побеждает импостер! Блядь! Ой, блядь, прикрыть. Понял. Лучше. Не, Литпут реально начал в последнее время. А, не забывайте, ковен и импостер. У вас, типа, все равно при четырех. У вас два злых у вас все равно сейчас было. У вас был Фикс, да? Медуза, да, и импостер. Фрипок должен был хоть кого-то проверять. Он ждал до самого последнего. Он вообще нихуя не делал. Ну и какашка. Да я не понял, Медуза, как играть. Так, и... Я вигилент! Let's go. Ну, Ася не может быть импостером, я хуй знаю. 5. Да? Да. Нет, давайте Зната кикнем. Бежали на ну, нет, по классике. Никого не кикнем. Да, Джонни, ты все правильно сказал. Зната. Короче, ураган экзотионер. Не, Знат мир. Не, Зната кикаем. Тихо, давай, Ася, говори. Сейчас, 4 секунды пройдет и скажу. Давай. Один, давай.
Так, Чупикс мигает и Джонни. Опа! Да, надо. Поэтому это знат, Голосуйте в зната. Скипаем. Значит, мигает. Короче, ураган экзекционер, потому что ему надо знат кикнуть, а значит, он мирный. А потом он станет импостером, не забываем этот факт. Вы в кого все проголосовали? Импостером, а джестером. Я инфу просто дал карандашком. Джонни. Ты же Джонни не импостером, а джестером. А, да, да, я про это. Я думал, джестер сказал. Все, могли же двое знато. Ну, странно, что еще меня подсвечивали. Так, Чупикс, да? Окей, давайте тогда Чупикса стрельнем. Так, там был знат, но он точно не вигилант. Бля, я сейчас отъеду, походу, от зната. Литпут. Фрипок, знат. Так, фрип подозрительный. Знат на месте. А, нам мне трекер дали. Окей, нам трекер, но все равно. Так, подожди. Блять, когда? Ураган, стой. Ураган. Тут вообще-то Чупикс. Ладно. Ты-ты-ты-ты-ты. Ту-ту-ту-ту-ту. Я тут. Я его убил. Это я убил. Так, зачем ты его убил? Да, потому что у Аси подсвечен был Чупикс и я. И я решил убить Чупикса. Где ты его убил? Прям под камерами в управлении. Ну, это карточка. Эй, стой, ты хочешь сказать, что ты этот вигилант, который проверяю, да? Не, он серёг. Все верите, Джонни? Это знат, это 100% знат. Не кикайте знат. Ну пожалуйста, кикайте знат. Подожди, одну секунду, смотрите такую штуку. Может быть такое, что сейчас ураган импостер так себя может отмазать. Это раз. Во-вторых, сейчас знат такой говорит, кикайте Джонни, и может быть такое, что он наоборот экзекутинер, который меня. Обратили внимание, что Джонни этого задания делал. Что я делал задание? Литпут. Не, хорош. Да, может быть такое, что импостер. Я не верю, что Джонни этот проверяет. Давайте мы просто кикнем знат. А что, если это реально так и есть? Что ты скажешь? Не, я вот точно знаю, что ураган. Бля, пожалуйста, если вы реально меня проголосовали, это очень тупо. Ну, серьезно, блядь. Я в знато проголосовал. Не нужно. Я хочу, чтобы вы кикнули в знато. Голосуйте. Нет, в знато надо голосовать. Не в знато или в знато. А скипы, фикс, скипы. Не скипай. Не слушай, у него такая роль просто. Блять, о, спасибо, все нормально. А с кем поменяли? Со знатом меня, со знатом и... Ну там неровное количество голосов, короче, вообще ровно. Так, нужно знатика ёбнуть. Так, у Аси, на Аси трекер дали. Я лучше отойду от знаты и убью его. Не, на глазах у кого-то надо тут литпут. Аси в медицине закрыли, ага. Блять, нет. Хорошо, с разворота я сделаю это. Сейчас на Аси надо пойти. Аси. Блять. Ну все, Олег. Олег Хексмастер. У нас, гайз, два трупа прямо на моих глазах. Даже три трупа. Короче, Джонни проверил знато, и они в одну секунду легли вдвоем сразу мертвые. А где ураган мертвый валяется, я не знаю. Ну я не видел никого. Все, остается кикнуть Олега и все. Видел только Литпута вроде. Смотри, Джонни реально был этим, как его, вигилант, который проверяет. Он проверил знато. Знат был чистым, поэтому они вдвоем типа умерли. Вот. Никто не был в электрике. Поэтому знат не был предателем, и Джонни не был предателем. Олег, давай я тебя проверю. Проверяй. 2×2 сколько? 4. Ну, не знаю, проверить в каком смысле? Ты этот вигилант или кто? Нет, все, проверил уже. А, понимаю. У него написано было акримель после убийства. Вряд ли Ася бегал со мной все время. Не, когда сыгнули, он же раз так показывал. Всё время! Ну, почти. Я просто, я не верю, свайпер баган, я поэтому не верю. Либо литпут, либо фикс, либо фрипок. Но мы с Асей точно верны. Ну я один был с правой стороны. Я могу помочь следить за фрипоком. Если он реально не баган, то нормально. Я вообще никого не видел. Давай помоги лучше следить за Олегом, брат. Знатый ураган были любой. Кто за мной последит? Понял. Я в скип, если что, проголосовал. Да? Логично. Бля, вот это прикольно. Один импостер и один вигилант. Это прикольно. Да, вот так надо играть в принципе. Вот это охуенно. Типа две негативные роли, но они не стакаются вместе. Ой, вигилант, ковен, да, реально ковен. Я теперь вигилант лавер, wait, what? Чё Аси делал? А чё он реально тусит прям тут? Уж реально кто-то видит призрака, блять. Вот этот убийца, ёбните его, бля. Блин, а реально, почему мы так не делали? Это же классно. Типа, как бы два импостера, но они друг про друга не знают вообще. Кто выигрывает, подожди.
когда останется три человека, наверное, кто кого быстрее убьет. Убийца убьет своего. Так нету своего. Есть импостер, есть ковен. Это две разные роли, и ковены могут убивать и импостеров. И тут, наконец-то, кто-то... И они могут мирный по заданиям выиграть. Блядь, это реально охуенно. У нас трупы есть, нету? Нету, походу. Кстати, Олег охуенно играет. У нас точно среди нас предатель остался? Может, забаговалось? Олег, ты мне не нравишься максимально. А что? Что я сделал? Ты задание вообще не делаешь. В смысле, я, во-первых, делал задание, во-вторых, нормально то, что когда ты уходишь от... Подожди, нормально, когда ты уходишь от меня, у меня прям перед лицом закрываются двери? Так двери везде закрываются вообще. Двери везде, да. Не, я вот сейчас бежал, я сейчас бежал просто за Аси, он просто перед нами дверь закрылась, он побежал дальше, я остался сзади. Но я во время саботажа с Фиксом стоял в реакторе. Я потом с ребятами стоял справа, и на меня еще... Фикс, кстати, тоже мирный, Фикс на меня постоянно щит накидывает. Олег, во-первых, ты вообще не делал задание, я видел это. А ничего, что... А, да что ты говоришь? Нет, стой. А первый раунд вспомни, пожалуйста, когда мы бегали с тобой. Ты не помнишь, за что я выполнял задание? А, то есть, как я стоял у канистры, потом побежал на верхнюю канистру, заполнил, как мы забежали в электрику, я выполнил там провода. Я ты вот этого не помнишь. А, да ты с другим был, это меня ж поменяли с телами. Ну понятно все. Ты не со мной бегал. Я, кстати, все задания доделал. Я бегал, значит, это Знат со мной все время бегал. Я-то думал, это ты со мной бегал все время. А-а. Олег, ты что-то вот подозрительно единственное, то, что Олег вообще задание делает. Ну и он трупы не делает. Алло, я говорю, я делал задание, просто я думал, что ты бегал со мной в первом раунде, это Знат был. Если бы это был сейчас, ну, я с Олегом ходил в электро, но я не смотрел, четко делает он или нет. Я просто... Нет, он даже близко к заданию не подходил. Ходите, гикайте, я не знаю. Но я точно не предатель, а, не какая-то вообще. Сейчас потом. Я Олега вообще по эмоционалу не могу вообще просчитать. Вообще не могу просчитать. У меня последний в нижнем ряду. Я вообще не могу просчитать. Вот, не палится, Олег вообще сейчас не палится. Я Олега, типа, ну, начал приглядываться, когда все начали палить. Я такой, так, ну, блядь, сейчас вообще не палится. Сейчас спокойно, туда-сюда, бля, вообще никак не палится. Пиздёшь. Просто знаете, что он этот... Импостер. Сейчас-то понятное дело, что он... Вообще не палец. Это вижу. Все. Подожди, я по сути, мы реально сейчас задание мы выиграем, охуенно. Блин, это реально усложнилось, и все. Нам просто балансить надо постоянно. Чтобы вот так игры не заканчивались. И сюда. И все. Олег, можешь выиграть, убить всех. Может, хексмастер. Я у хексмастера, я не знаю, на самом деле, какие приколюхи я не играл. Ну да, когда в таких комнатах тяжеловато, бля. А задание кто не выполнил? Давайте, блядь, задание нахуй. Блин, очень классная идея. На самом деле, я вот подумал, если я буду импостером, а одним мне останется, я просто доделаю, буду делать вид, что доделаю задание, буду от всех отходить. И потом, когда они будут друг за другом идти, как-то попробую бить спереди и... Блядь, тяжело, конечно, бля. Интересно, а Фикс вообще выполняет задание? Что происходит вообще? Сейчас, посыпай, я не знаю, что происходит. Олег не хочет убивать никого. Так, в смысле, короче, кикайте меня, я не знаю, у меня роль багнутая какая-то, у меня хексмастер, я должен всех сначала чем-то, короче, отравить после того, чтобы потом всех убить. Я всех отравил уже миллион лет назад, у меня все равно кнопка килла никакая не появляется, ничего не происходит вообще. А я ему щит давал, посмотрите на него. Ну, я не знаю, ну, это бред. Бред, реально, да. Просто. Я не знаю, чем прикол был. Я ходил, я всех уже... Я уже всех несколько раз отравил и так далее, и все равно ничего. Охуенно забагало, блядь. А, нет. Опа. Necromancer. I'm a fucking necromancer. Or... Другое слово. Опа. Только не Чупикс, пожалуйста, скажи, что это не импостер. Чупиксу можно в доверие втиснуться. Подожди. Может, я мертвые трупы могу, типа, этот? Опа, умер. Трекинг, смотрим. Ой-ой-ой-ой-ой. Короче, ой, Знат с самого начала прыгнул в медицине. Молодец, ребят, тут, так, молодец. Подожди, так, в люк? Я думал, это самореплорт. Погоди, Литпут хорош, блядь. Подожди, короче, Литпут убил на глазах у Фрипа, потому что я по треку видел, что Олег, типа, бежал. Да, я тоже видел. Ну, я на Олега трек накинул. Не, мне просто второй раз подряд убийца дропается, это как-то неинтересно уже обычный. Чупикс, ты говорил, Знат в этом, в электрике был? Или ты какой не про Знат? Олег в электрике умер. Чего вы сейчас... Я говорил, Знат прыгнул в люк.
Если что, Люк, что придумываешь, Аси? Ну, либо Аси и Эксекционер. Аси будет ерунду, ему, наверное, меня кикнуть надо, у него ролик. Мы сейчас кикаем. Бля, Аси, Аси, все, мы выкинули, типа, этого. Подожди, а Ковин и Живлюк не могут прыгать? Могут какие-то. Могут, я мог за это. Все, понял. Надо, скорее всего, Джестер, если что. Так, Наси, трек дали. То есть, сейчас, подожди, мы должны возродить, я так понимаю. Хорошо. Попробуем. Сделали задание в электричестве. Идем на камеры. Еще будем оживлять. На камерах никого. Я не могут эти ковины, блядь, в люк. А мне нужно каким-то образом выиграть за этот. Все. Я ураган. Сейчас будет гениально. Сейчас будем убегать. Резко. Подожди, сейчас. Надо увидеть просто кого-то. И быстро убегать. Еще я могу один килл сделать. Сейчас подойдет чел, я килл сделаю прямо на этом месте. Эй! Саботажа даже нет. Ну где... Че, ебанутые? Где еще люди, блядь? Алло? Блядь, всем похуй? Ребят, вас Ася отъехал. Алло? А че за хуйня? Проверить решил. Знат реально прыгает по люкам, я не знаю, кто он. Ага, ну, Знат прыгал, да. Подожди. И вот дело в том, что Ася по треку вообще стоит уже на месте давно. Его за медуза, скорее всего, захерачила. Когда его замораживаешь, раунд ты только голосование собираешь, он на голосовании умер. У нас было в прошлый раз чудо центр. У нас нету инженеров. У нас есть медуза. Подожди. Тогда почему никто вообще рядом с Аси не прошел тогда? Я не сказал об этом. Я тоже не видел этого. Я по треку видел просто, я не успел туда дойти пройти. Потому что смотрю, он долго стоит. Хорошо, у кого кнопка есть? У меня. Сейчас давайте я сделаю одно здание и кнопку нажмите сразу. Угу. А, ты хочешь чекнуть? Угу. Так тебе надо к человеку подойти и проверить его. Жмите сейчас кнопку, вот сейчас вот я, блядь, секунд 10 пройдет, после кнопки. Кнопка 20 секунд. Сейчас тебя замедужу. Пошел нахуй. Короче, жмите кнопку сразу. Все, ты в медузу сейчас превратишься. Бля. Ну, блядь, ну почему никто не был, у меня саботажа нет, сука. Сейчас толпой ходим, похуй. Бля. Жизнь. Тихо. Сейчас рядом с фрипом будем. О, саботаж. Сейчас, подожди, я выиграл, получается? Что? Я нажимаю. Я не могу нажать! Пиздец, выиграли импостеры. А я просто никто не жал эту кнопку. Хороший результат. И чё за фигня, у меня вылезла инвестигейт, и она... Чё, Джонни, блядь? Пиздец! Как АД там большое было? Я взял в меня, я стал потом импостером. А сейчас кто знает? Кем был знат? Инженер! Кем, блин, логично. Короче, я был некромансером. Подожди, я был некромансером. Я убил сразу Зната и в Зната превратился. Прикол в том, что я убил Аси, превратился в урагана и полчаса ждал, пока вы придете, блядь. Никто нахуй не пришел, Аси, репорт. Так я наверху нажимал. Так я понял. Я на кухню спустился, Джонни, слышу, что Джонни говорит, типа, Аси умер, всем пофигу, Аси умер, всем пофигу. Так я стоял на ровном месте, вообще не двигался. У меня даже КД успел откатиться, я мог второго убить прям на месте. Я не видел Аси просто. Нет, я один на один остался, но мне нужно было убить, чтобы выиграть. Потом... Объясни, что сейчас было. Смотри, у нас был Литпут импостер. Так. Ты был вот этот Ковин. Некромансер, да. Я Плагибейрер. А Аси кто был? Плагибейрер, которая... А почему тебя к Литпуту присосало? Как ну, импостер? Погоди, игра закончилась бы, если бы я выиграл. Если бы я убил, точнее. А что, не нажали, или у вас КД было? Так я импостером был. Мы с тобой... Блин, Фрип и Знат бегали. Я убил обоих! Нет, они вначале, они там бегали. Так он в меня превратился. Он сразу мной стал. У меня КД моментально было, у меня не было... Я убил и за меня бегал. Я пожалел, что я сказал, блядь. Знат вообще инженер был. Ты так дебильно себя вел? Думал, как-то реже. Бля, обычный импостер, сука. Эй, роль вообще прописал импостер?